Привет, зритель. У меня тут с понедельника, вообще он еще в воскресенье пришел, но я не успела забрать вовремя. На базу не успела вытащить. Подарок от подписчицы Тонечки. Сегодня у нас четверг, я наконец-то добралась его распаковать на камеру. Как-то я хотела уже давно вот это вскрыть, но думаю, блин, надо все-таки лучше на камеру распаковать. Начну я, конечно, с этого, потому что тут чай с чаем. Зеленый чай Улун, медовая дыня, высший сорт, 150 грамм, уютная чаша. Вот уютные чаши, первый раз про уютную чашу узнаю. Так. Мне не очень много времени на карте, я сейчас на Соне пишу, и там что-то надо удалить, я думаю. Да. Тут, в общем, как бы чай, еще в довесок чай. Чай Улун, медовая дыня. 12 апреля этого года упакован. Совсем недавно. А сегодня у нас внезапно 20 апреля. О. Вообще мне нравятся вот такие баночки. У меня в таких баночках, по-моему, были как-то семена чиа, потом сахар кокосовый, до сих пор еще есть от... Забыла, какой фирмы. Потом, значит, бразильские орехи. Я уже дня 4 забываю есть бразильские орехи. Тут он цикаты дыни и зеленый чай я вижу. Вот, Массонета 150 грамм плюс-минус 15. Зеленый чай Лун, медовая дыня, обладает прозрачным настоем нежно-фисташкового цвета и сладкой ноткой дыни во вкусе. Лун, медовая дыня приносит огромную пользу здоровью, выводит шлаки и токсины из организма. Напиток можно использовать для детокса и похудения. Вот прямо-то. Я еще завтра подетоксирую и похудею, потому что буду в деревне таскать вместе с сестрой ульи. Как раз там 3 или 4 осталось домика на перегнать. Пчел. Ну, с одного улья перегоняем, другой улей. Вот. Дата производства 10 апреля. Срок годности 24 месяца. Вкус классические ноты светлого фудзианского луна переплетается с насыщенной сладостью сочной спелой дыни. Вот думаю, сейчас как раз это и зафигачить. Вот. Классический светлый лун из провинции Фудзянь. С ароматом медовой дыни, смешанный с цукатами. Вот. Тут даже вон это такая хренотенькая. А тут, наверное, это код их магазина. Я хоть и закрыла, но, наверное, слышно, как там маленькие обезьянки человекообразные орут. Ну ладно уж, куда без них. Потому что тут мелкая детская площадка. Спасибо огромное, что вы выбрали наш чай. Вкусно вам чаепитие. С любовью, ваша уютная чаша. Ваш подарок. Чай кокосовый Улун. Артикул Вайберис 84967406. А вот у этого артикула пишите в чатик этого самого телеги. Там есть Тоня. Может, она вам скажет артикул этого чая, если хотите. А вот этот вот я вам продиктовала. 5 апреля он у нас запакован. Он у меня пойдет. У меня есть еще несколько пробничков. Я покупала разное время чай на Озон, на Вайлдберриз. И они у меня как-то лежат, я их все никак не вскрою, по большей части. Вот не знаю, может этот, ну вот этот заварю, этот как-нибудь в другой раз. Вот у нас тут чай. Да, кстати, вскрытие. Это надо как-то на столе держать, а не у камеры. Но я частично вскрыла. Там вкусно так пахнет. Пумс. Так, а тут у меня такой наборчик. Корова нарисована. Тут крем для рук, потом гель для рук антисептический. Вот эта штука вообще полезная, потому что вот я на велике сейчас буду ездить, куда-то едешь. То есть влажные салфетки, то нет. А иногда вот ну надо, чтобы руки учистились. И штука, по-моему, это густое мыло для тела и волос. Вот как раз сейчас я это не буду ногтем. У меня тут ногти, видишь, не накрашены, потому что они мне немножко болеют. На одной руке вроде как более-менее все восстановились, а практически, а на другой еще не совсем. А это потому, что я на Вайлдберриз как-то купила, поведясь на отзывы и на советы самого Вайлдберриз, эту марингу неизвестного происхождения, слегка с вкусом сроком годности. И, короче, я потом уже только отзывы почитала, что там где-то большая часть отзывов негативных была, что у многих людей... Ну, мне, видимо, не очень повезло. У меня сбился обмен веществ, не пойми куда, пищеварение как-то, и вот ногти стали ломаться. О,
Во! Оно тут с такой... У меня как-то был в такой коробочке, с такой крышкой, алоэ гель. Он, значит, был как бы крышка, а потом зафольгировано или как-то так. Вот тут, по-моему, как-то так же. Сейчас я потяну за язычок. Хотя нет, по ходу дела там вот это не зафольгировано, а язычок вот этот снимаешь, и там вот она именно такого... Да, она именно такой, такого цвета, как бы перламутрового. Сейчас я обратно крышкой покрою. А то бы сейчас потянула и была бы вся в мыле. Спасибо, Тонечка, такая прелесть. Тут, короче, ну не тестируется на животных, тут заяц уже нарисован. Массажными движениями нанести небольшое количество мыла на кожу тела и волосы. Вспенить и смыть водой. У меня сейчас есть как бы шампунь. Ну вот я эксперимента ради, но завтра мне, наверное, особо некогда будет покайфовать. Вот только если, может, выходные. До декабря следующего года его можно будет уделать. Ну, в смысле, дофига. 500 мл и хороший такой вообще срок приличный. Молочные протеины, органическое масло ши, без СЛС и парабенов. Натуральное густое мыло для тела и волос восстанавливающее. Milk Protein, BioHealthy. Тоже первый раз такую фирму вижу. Биоактивные ингредиенты, органическое масло ши, молочные протеины, 95% растительного происхождения. Мы создаем натуральную косметику, которая имеет инновационный состав и высокую концентрацию биоактивных ингредиентов. Такая рука. Короче, этот протещу, заюзаю. У меня когда-то одно время было какое-то мыло для бани от бабушки Агафьи или что-то подобное, или еще какое-то такое вот было, какое-то черное мыло. Ну, в общем, меня прикалывало, у меня подружка одна есть, ее тоже в свое время прикалывало одно время. Покупали исключительно вот так для волос и для тела. Еще и фрашевские гелики одно время покупала, которые два в одном, вот этот там зеленый чай или что-то в этом роде. Корова прикольная, в общем. Такой увесистый бочонок. Спасибочки. Так, дальше. О, это, походу, дело все одной фирмы. Биотек. А тут что? Ну, вот это тут такое же. Тут, правда, заяц, а не корова. Я сначала глянула, мне показалось, что это корова в очках, но это заяц. Заяц, прости. А может, это осел, фиг его знает. Биохелпи. Органик какао. Натуральный крем для рук. Питание витамины. Органическое масло какао. Экстракт семян моркови. Обалдеть. Без парабенов и силиконов. На 98%... натуральных ингредиентов, не тестируется на животных, также 100 мл целых. Так, как вот тут? О, оно вон так, я думаю, короче, оно не откручивается, ничего. У меня вот что-то похожее уже было, но это надо чем-то подцепить. А, кажется, я подцепила. Оно, короче, открывается, и только потом уже можешь открыть. Вместо зафольгированного и вместо заслюдированного. У меня, конечно, на руках тут еще был, вот недавно я руки мазала, это от Полины как раз, вот этот кремик там, вот потом в пустых баночках. Но, блин, приятный аромат, кстати, какой-то такой цветочный. Крем для рук – это всегда вот нужная вещь, потому что у меня хоть они и есть, но у меня в каждой комнате, хочется сказать, но у меня как бы комната и кухня только. Ну, в комнате в двух местах у меня крем. На столе компьютер, на моей тумбочке у кровати. В рюкзаке крем. Сейчас один крем положила в сумочку от велика, в тележку. Тут у меня крем. Аж две штуки, потому что один заканчивается, а другой как бы, ну, пользую. И какой достану. Кошка не надо тут. Она вот прошла так аккуратно. Ее на камеру-то не видно было, но она так сейчас метилась. Тут провод питает камеру, и она как бы хочет эту камеру съесть, видимо. Классный кремик. Органическое масло какао и дед пантелон питают и увлажняют кожу, делая ее гладкой и нежной. Хотела прочитать, удивляют кожу. Экстракт семян моркови защищает и витаминизирует. Обалдеть. После скрытия 6 месяцев. Ну, вот сначала скрыла, потом увидела. Но ничего, я его поставлю на видное место. У меня тут что, этот кремик небольшой закончится. Там еще и где-то кремик в 50 мл. Уделаю. У меня там один крем, который был заявлен на этот месяц на уход, как крем для ног. Сейчас юзается как крем для рук. И он у меня как-то очень усиленно так юзается перед выходом на улицу, там, перед тем, как лечь спать. Прикольно. Так, и вот тут у нас...
Мне еще нравятся вот такие флакончики-дозаторы. У меня в подобном флакончике, помню, гель алоэ был от Саландри еще давно-давно. Еще что-то подобное. Удобное, короче. Раньше в таких флакончиках, в крышечками, были средства, там, гель для душа, шампунь какой-нибудь от Гринмамы, когда вот они еще были, те самые средства. И давно уже сняли, их давно уже нету. Удобно очень. Биотек. Гель для рук антисептический. Алоэ вера, витамин Е. 170 мл, 12 месяцев после открытия. О, очень даже хорошо. Прикольно. Санация рук. Алоэ вера и витамин Е. Крутая штука. Я, наверное, его, не знаю, в велик положить там вроде еще. Ну, к велику я подойду только, наверное, в субботу, потому что завтра, скорее всего, после улья буду уже не очень в состоянии на велике коняться, а сегодня уже не дойду до велика. Может, рюкзак положу завтра, когда вот поедем в деревню, чтобы он там валялся. Ну, как бы дома-то руки-то легче помыть, чем... Легче помыть руки, чем этой штукой пользоваться, когда в путешествии, там на улице, да даже на велике. Вот такая, в общем, незаменимая штука. Спасибо большое, Тонечка. Во. Вот такой у меня обзор подарочков от Тони. Напомню на все вот это, если хотите артикулы, то пишите Тоне. А на чай вот этот бонусом я еще раз повторю артикул на кокосовый лун от уютной чаши. 8-4-9-6-7-4-0-6. Это вот этот вот лунчик. Всем спасибо за просмотр. Если хотите поддержать канал, где-то тут на экране будет облачко. Если хотите подписаться на Boosty, на СМР или на что-то еще, то тоже где-то тут будет облачко. Вообще ссылка в инфобоксе. Если что-то еще хотите, можете написать в комментариях или постучаться в телегу в личку. Всем спасибо, кто осилил до конца. И Тонечке за такой хорошенький подарочек. Очень мне все понравилось. Большое-пребольшое спасибо и всем пока.